вечера, Анастасия. Хотел задать вам один вопрос. Вы дипломат, профессиональный, красный диплом. Без пений и танцев могли бы сейчас уговорить Константина Меладзе взять вас в группу? Ну, вы же специалист. Конечно, могла бы, но тогда зачем я здесь? Хотите, Виагру? Ой, как хочу. Тогда пойте. Анастасия. Игорь, что скажете? То ли вам эта песня не идет, то ли вот вы сказали... То ли вы не идете этой песне. То ли вы сказали, хочу Виагру, но я не почувствовал этого желания. Как-то вы были, знаете, вы рядом с песней или песня рядом с вами. Все-таки не надо просто стоять. Просто стоять — это, ну, не в Виагру. Ну, знаете, иногда бывают вот в таких вот сильно волнительных девочках и скрывается вот этот вот настоящий потенциал. Вот этот вот потенциал хотите сейчас в танце разглядеть? Да, да. Ну, хотелось бы, чтобы этот человек сейчас сотворил чудо. Видимо, потанцевал. Этого требует Алена Минская. Константин Меладзе. Я мало что понял. Теперь мне нужно, чтобы вы спели отдельно от танца и отдельно от минусовки. И от того, как вы споете, зависит, возьму я вас во второй тур или не возьму. Тогда, наверное, будет песня из репертуара группы «Виагра». Хочешь, я уйду, вырву провод из сети. Я испортила весь праздник, милый, дай же мне уйти. Если бы ты знал, как уютно в пустоте, одиноко и свободно, все, как ты того хотел, не отбрасывая тень следом за тобой. Спасибо. Я говорю вам, да? К слову «да» прилагается условие и просьба похудеть на несколько килограммов. Мы вас поздравляем. Удачи. Спасибо большое. До свидания.